Представители бизнес-сообщества могут получить порядка 70 услуг по принципу одного окна. Сегодня на базе Центра развития бизнеса НАУ открылся дополнительный офис МФЦ. На открытие Центра оказания услуг для бизнеса побывала наша съемочная группа. Одним из первых клиентов Центра оказания услуг для бизнеса стал Вячеслав Апицын. Визит молодого предпринимателя из Индиги в офис МФЦ вызван необходимостью зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор». Ну, считаю, что в нашем округе это стало очень удобным, так как в одном здании можно и зарегистрироваться, и получить какие-то консультации, и получить финансовую поддержку. Всего предпринимателям НАУ по принципу одного окна будут доступны порядка 70 услуг. Центр услуг для бизнеса сейчас представляет два окна, в которых работают универсальные специалисты, оказывают услуги из Росреестра, налоговой, различные ведомства, например, фонд социального страхования, также департаменты. Например, вы можете здесь получить лицензирование на розничную торговлю, вы можете здесь получить, сдать документы на разрешение на ввод в эксплуатацию, по Росреестру, регистрация зданий, регистрация сооружений, регистрация скважин, часто приходят юридические лица, обращаются. Все это вы можете получить здесь у нас. Примечательно, что дополнительный офис МФЦ располагается в одном здании с профильными центрами и отделами. Адрес Ненецкая, 3, максимально сконцентрирована вся поддержка предпринимателям. Это и финансовая поддержка, и лизинговые услуги, и кредиты, и микрозаймы. Это и консультационная поддержка, которая сейчас у нас с этого года тоже в рамках софинансирования, как и Центр оказания услуг, создан Центр поддержки предпринимательства за счет частично средств федерального бюджета. Сейчас вот уже даже можно получить и государственные услуги, регистрационные, зарегистрировать свой бизнес, обратиться даже, наверное, в корпорацию МСП за какими-то за услугами по и финансовыми в том числе. Мы надеемся, что это даст дополнительный толчок для развития предпринимательства в округе, станет удобным, и самое главное, что все услуги можно будет получать в одном окне. Так что с сегодняшнего дня мы начинаем работу и надеюсь на успех этого дела. Центр оказания услуг для бизнеса позволит предпринимателям существенно упростить решение своих задач. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».